Привет! Прошу меня извинить, просто я сам не ожидал, что этот день наступит так внезапно. День, когда нам суждено прикоснуться к легенде, когда можно позабыть обо всем, что когда-то представляло хоть какую-то ценность. Ведь это тот самый день, когда я должен снять обзор самый выдающийся, самый уникальный и, не побоюсь этого слова, легендарный Манхэттен Мишенс. Да-да, той самой. Однако, это не должен быть какой-то проходной обзор очередной черепашьей игры. И да, было бы неплохо достать коробку с этим делом. Только вот где? Тут нужен истинный ценитель видеоигровой классики. Настоящий коллекционер раритетов. Тот, чьи полки заполнены самыми редкими коробками, самыми легендарными играми. Тот, у кого... В главной роли на старте были доступны консоли двух расцветок. Indigo и Jet Black. Да, кажется, я знаю одного такого. Пора наведаться в его логово. Эй! И ты за коробкой. Много у вас тут таких было. Значит так, предлагаю турнир. Побеждаешь трех мастеров, приносишь мне три коробки. Спёр! Так, полдела сделано, можно приступать. И знаете, раз уж у нас столь знаменательное событие, давайте замутим что-нибудь оригинальненькое. Одна квартира, трое парней. И каждый из них пытается расположить к себе единственную и ох, какую неповторимую компьютерную игру. Нашей героине предстоит сделать непростой выбор. С кем же она свяжет свою судьбу? Кому позволит заглянуть в самую глубь своей коробки, если вы понимаете, о чем я. Но не будем забегать вперед. Представляю вам наших участников. Задрот. Я уверен, что она будет моей, ведь только я способен оценить все ее тонкости. Школопед. Мне нравятся игры. Мама говорит, что конкретно это старовато для меня, а мне нравится. И ностальгатор. Я посмотрел на эту коробку и... Вот вы знаете, столько всего нахлынуло. А вы помните? Отбор участников был непрост, очень непрост. Последний отборочный тур вышло четверо парней, и вот тогда мы устроили для них последнее испытание. Мы показали им трейлер нашей очаровательной Manhattan Missions и записали их реакции. Так, последний тур, запись реакции на трейлер. Что у нас? Участники готовы? Задрот? Школопед? Ностальгатор? Карась-чечеточник? Хорошо, начали. Это прикольно. Мам, прикольно? Эх, вот были ж времена. Да, что я вам говорю, вы сами это знаете. Годы идут, а что-то остается неизменно родным. Вот это вот. Да. Классно. Тут это. Леонардо. Рафаэль. Не вернуть. Уже не вернуть. Нет. Наверное, классно. Нет.
да, 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 да. Это... Мам, а почему этот дядя ведет себя как дурак? Не отвлекайся, мы на игру смотреть пришли, а не на дурака какого-то. Вот знаете, эти нотки, казалось бы, простые, но так приятно теребящие нутро. Как пузырьки газировки в вашем горле. Помните газировку? Не, мам, там интересней. Да что я буду рассказывать? Да? Да? Как вы, наверное, поняли, наш четвертый участник не прошел испытание и покинул шоу, достойно приняв поражение. Итак, все готово. Стартует первый день нашего реалити-шоу. И уже совсем скоро мы узнаем, кем же нужно быть, чтобы оценить по достоинству нашу красотку. Задротом? Школобедом? А может быть, ностальгатором? Оставайтесь с нами, и вы все узнаете. И начнем мы, как и полагается, со знакомства. Ведь прежде чем браться за хорошую игру, будет не лишним узнать о ее создателях. Потрясти, так сказать, генеалогическое древо. И стоит заметить, у нашей героини гены весьма и весьма хороши. Но сначала вы, парни, буквально пару слов о себе. У меня 4 папы. С биологическим пока не определились, но мне и так неплохо. Я дитя 90-х, вскормленный 90-ми и воспитанный горячими гаражными крышами 90-х. А я с мамой пришел. Отлично. Позвольте вам представить главу семейства нашей героини Дон Мэтрик. Погодите-ка, тот самый Дон Мэтрик из Microsoft? Тот, что отвечал за провальное продвижение Xbox One с его обязательной привязкой к интернету? И вот тот, кто чуть не похоронил всю компанию заживо? Ну да. Ой, отличный парень. Отличные игровые гены. Он больше не работает в Microsoft. Дурак усатый. В 1982 году, будучи 17-летним пацаном, Дон вместе со своим другом Джеффом Сэмбером организовали компанию Distinctive Software, само название которой указывало на стремление к неординарности. Парни просто-таки рвались делать необычные штуки. Ага. Например, обязательный онлайн у консоли нового поколения. Первой игрой неординарщиков стала «Эволюция» на компьютере Apple II. Довольно самобытная иллюстрация эволюционного процесса от простейшей амебы до человека с лазерной пушкой. Всего в игре 6 стадий, каждая из которых снабжена уникальной геймплейной механикой. А вот, скажем, эволюционировали мы до розового бобра, строим плотину. Доросли до гориллы, отжимаем апельсинки у менее развитых макак. Для 82 года весьма и весьма дистинктив, скажу я вам. Я думал, что нас позвали на реалити-шоу, а не на урок истории. Я разочарован. После успеха первой игры наших ребят заметили более крупные представители игровой индустрии, вожелав обзавестись неординарным приплодом в своем семействе. Первым удачным браком стало объединение с компанией Accolade, подарившей немало интересных игродетищ, наиболее значимым из которых стал хит 87 года Test Drive. Вы по праву можете гордиться старшей сестренкой, ведь серия оставалась популярной на протяжении аж 25 лет. Да, я отлично ее помню. Это яркая гоночная игра, мягко нашептывающая мне PC-спикером свою. А я играл в последний тест-драйв Феррари на Xbox. С тобой все хорошо? Все нормально. Как бы не желала Саити с Manhattan Mission с моё сердце, я никогда не смогу ужиться с её... В общем, нам придется жить отдельно от её родителей. Этот человек, он предал всех тру-геймеров планеты. Он предал нашу веру, представив этот Xbox One. Я заметил, что задроту не нравится папа нашей игры. А мама говорит, что он хороший, потому что богатый. Да, мам? Все правильно. Еще одним удачным союзом стало временное партнерство с Mindscape, породившее в период с 90 по 91 год тройняшек серии 4D Sport. Старший теннис, средний гонки, ну а младшеньким был бокс. Спокойно, не тот бокс, спортивный, четырехмерный. Это, кстати, был одним из первых полноценных 3D файтингов, да еще и с такими убедительно живыми векторными модельками. То же касается и двух других игр серии. Ну а громогласная приписка 4D в названии была, видимо, сделана для еще большей убедительности. Осмеюсь оспорить, это не просто приписка, а именно что полноценная 4D.
Как, например, в трехмерном пространстве может существовать проекция трехмерного же тела на плоскости, точно так же в 4D мы можем себя, как некую трехмерную же систему, проецировать на другую трехмерную систему. А что же еще можно назвать этой самой проекцией, если не трехмерное изображение на экране, которым мы, собственно, и управляем из нашей, ну, если можно так выразиться, плоскости? Да, вот это и называется. Да подумаешь, мы вчера с мамой в 8D аттракционе катались. Вот это было в два раза круче этого вашего 4D. Какой вздор! Нет никакого 8D! Это глупый маркетинговый ход, рассчитанный на невежд. Здесь наука. Фигня это ваша наука. Усатый дурак выпендривается перед Манхэттен Мишенс. Хочет казаться умнее всех. Думает, что она выберет именно его. Дурак усатый. Сам дурак. 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 Как бы то ни было, мы подходим к довольно неоднозначной странице истории нашего дистинктив семейства. Парни пошли по рукам игровых мастодонтов, таких как Sega и Konami. Это сложно было назвать серьезными отношениями, так как полноценным союзом тут и не пахло. Скорее, кратковременное сожительство. Ребята взялись за портирование известных консольных и аркадных тайтлов на ПК, таких как Outrun, Altered Beast, Castlevania. О, я помню эту замечательную игру на Денди. Помню эту потрясающую готическую атмосферу, когда вы пробираетесь по замку с джойстиком в руках и... Да, помимо этого канамиевского хита, портированию подверглись такие тайтлы, как Metal Gear, Super Contra и, конечно же, оригинальные Черепашки-ниндзя. Да, а батя-то нехило на стороне погулял. И вот, насытившись портами и наплодив игровых бастардов, Distinctive Software решается на смелый шаг. Произвести свою собственную игру про черепашек-ниндзя эксклюзивно для ПК. Ни на что не похожую и не вышедшую больше нигде. Да? Так и появилась наша Manhattan Missions. Чудесная история. Как мне первый день? Мне понравилось, однако, как по мне, задрот слишком сильно старается произвести впечатление на нашу прелестную подругу. Знаете, сразу вспоминаются годы былой юности, когда... Кстати, этой ночью он спалился за просмотром игровых онлайн-аукционов. Ну, знаете, где многие игры вообще без коробок выставляют. Это не то, о чем ты могла подумать. Клянусь тебе, они все в коробках и запакованы. Я бы никогда, я... У вас все нормально? Да. Ага. Это второй день шоу, и сегодня нам предстоит еще ближе познакомиться с нашей героиней. И возможно, очень даже возможно, у нас наконец сформируется счастливая пара. Сегодня очень важный день. Я волнуюсь, но тем не менее по 100-бальной шкале готов на все 79,5. С учетом абсолютной погрешности. Дурак усатый. Итак, что мы знаем о нашей героине? Да, это игра о черепашках-ниндзя, но не похожая ни на одну из предыдущих экранизаций. Ни на одну из двух предыдущих экранизаций. Стоит отметить, что появилась на свет наша красавица в июне 1991 года, примерно через 3 месяца после выхода на экраны второго кинофильма о черепашках, то есть практически на пике их популярности в широких массах. Данная кинолента, к слову, может служить наглядным примером того, как работает индустрия коммерческого кино в случае с довольно неоднозначным исходным материалом. Да, если задуматься, то первый фильм все же нес в себе некую самобытность, являясь, если так можно выразиться, более взрослым ответом этим вашим детским мультикам. Однако эти самые детские мультики на тот момент представляли собой настолько мощный культурно-ширпотребный пласт, что переть против него какой-то там самобытностью все равно, что сливать бабки прямиком в канализацию. И дабы мамашки, не опасаясь за психику своих чад, приволокли тех на второй фильмец в кинозал, было решено слегка пересмотреть концепцию оригинала. Режиссерское кресло занял бывалый телевизионщик Майкл Прессман, сменив на этом посту клипмейкера Стива Бэрона. Что у него в итоге получилось? Да в общем-то все то же, только помягче, поярче, стерильнее, одним словом. До кучи пантеон странных существ пополнился такими чудищами неведомыми, как Токка, Рейзер и Ванила Айс. Go, ninja, go, ninja, go! Лишь бы детишки были довольны.
Однако, о ирония, как бы ни тужили создатели сиквела, до кассовых сборов первой части они так и не дотянули. Это мне напомнило одну историю из детства юности моей, моего. Отдыхал тогда летом у бабушки на даче, и, ну, все же вы помните, вот это вот незабываемое чувство, когда тебе 10 лет и тебе скучно. Все же мы прошли через это. И приглядел я одну яблоньку на соседнем участке. Ни у кого таких яблок не было. Их-то я и полез воровать. Рано поутру набрал я целый рюкзак, даже с горочкой. Набрал и весь остаток дня простоял на шоссе, продавая их проезжающим мимо дачникам-автомобилистам. Заработал я тогда неплохо, в связи с чем было решено повторить эту финансовую схему. На следующий день, с утреца, надоумил одного своего дружка, Борьку Тёртого, пойти на дело вдвоем. Борька отказываться не стал. Ну, у всех у нас был такой друг. Не отказывался он. Залезли мы на участок. Борьке-то я рюкзак отдал, а сам в сумку взялся яблоки складывать. И вот, когда мы уже вылезать собрались, ну, вы представляете, выскакивает сторож с ружьем и бабах! Разносит Борьке Тёртому голову крупной дробью. До сих пор помню, как его удивленное лицо на куски разлетелось. Ну, так он там лежать и остался с рюкзаком-то. Да, а я бежал. Долго потом жалел, что рюкзак-то Борьке отдал. В сумку-то ко мне яблок не так много влезло, ну и наторговал гораздо меньше, чем первый раз. Бывает такое, знаете ли. Казалось бы, все продумал, но как-то вот второй раз как-то вот не получилось. Так о чем я? Ах, да. Пошли ли создатели Manhattan Missions на поводу широкой аудитории, или же выбрали ту самую самобытность, не рассчитывая на особо богатый урожай? Однозначного ответа нет, хотя много можно судить уже по одному только вступительному ролику. Взяв за основу киношную завязку, история подается в виде анимированного комикса. А титульный экран и вовсе повторяет разворот самого первого комикса про черепах. И не важно, что повязки тут у всех разноцветные, с первых кадров становится понятно, какого курса придерживались те, кто рисовал все это дело. Сомнения окончательно рассеиваются, когда нам один в один начинают пересказывать оригинальный комикс. Вот первая встреча со Сплинтером, вот его история... Вот этот злосчастный грузовик, мутаген, черепашки и, конечно же, их первое слово, ну, прямо как в комиксах, когда они в первый раз назвали своего крысиного опекуна по имени... Пицца! Ну хорошо, это уже взяли из кинца. Пицца! Пицца! Чисто стилистически получился некий симбиоз первого фильма и комиксов. Ну, если не считать того, что внешность Эйприл О'Нил все-таки срисовали с Пейдж Турка из сиквела. К слову, Джудит Хоук, что играла Эйприл в первом фильме, отказалась от съемок в продолжении, поскольку была крайне недовольна финальным монтажом оригинальной картины. Говорила, мол, без души кинцо получилось. Однако есть в манхэттенских миссиях и отголоски мультсериала 87-го года. А взять хотя бы это коронное появление Шреддера на телике. И пусть железная башка и представлен в оригинальной комиксовой манере, красненький. Чисто по повадкам это все тот же старый добрый ТВ-пранкер. Хотя в коем-то веке он обращается не конкретно к черепахам, а ко всему городу. Слушайте меня, люди! В следующие 48 часов я захвачу весь ваш треклятый Нью-Йорк. Так что сидите смирно и получайте удовольствие. Я закончил. Как это вырубается? Сюда? Я на все еще работаю. Видите, игра как бы пытается балансировать между мрачностью оригинального комикса и комичностью мультсериала, при этом как бы пытаясь не выходить за рамки здравого смысла. Люблю умных девушек. Наследили в игре еще парочкой ярких штрихов из мультика. Вот, например, вполне себе бледнолицый Бакстер Стокман. А также, ну как же без них, всеми любимые Бибоп и Рокстеди. Каска Рокстеди! Снова она! Неразрешимая загадка! То, что видят все, но о чем говорят лишь единицы! Что ты несешь? О, это весьма распространенное явление. Я называю его эффектом каски Рокстеди. Сейчас поясню. Многие годы люди живут в мире, где определенные вещи намеренно искажены в угоду тем или иным капризам тех или иных людей. В то же время в головах обывателей откладывается ложная информация, так называемая «каска Рокстеди». Как в случае с каской на голове этого мутанта-носорога. Существует ли она на самом деле или является лишь отпечатком какой-то ложной информации в нашей голове? В тех же играх, да практически во всех, он изображен именно в ней. Что у Рокстеди на голове? Каска!
В чем же разгадка? Все началось с тех самых 5 серий мультсериала, что считаются первым сезоном. Задумайтесь, ведь только в них мы видели эту каску. Больше никогда этот носорог не надевал ее. Никогда! И проявлений подобного эффекта масса. Вон, видите эти полоски на носах черепах? Видите? Думаете, это просто полоски? Нет! Это тоже каска Рокстеди! Их тоже больше не было никогда впоследствии. И такие вот каски Рокстеди встречаются практически везде. И что самое ужасное, люди помнят эти каски. У них в голове откладывается ложная информация, от которой никуда не деться. Мы всегда будем подвержены эффекту каски Рокстеди. Так вот о персонажах. Кого-то взяли из комиксов и мультсериала, кого-то из кино, а сюда еще вечно хмка еще вот отцу засунули. Но даже это еще не все. Для особо задроченных в игру добавили пару персонажей, перекочевавших прямиком из настольных ролевых игр от Palladium Books. Персонажей, которые вообще больше нигде не появлялись. Ну как, круто замешали? Дайс! Прошу любить и жаловать, залетный пациент номер один. Есуп Герсток. Мутант-аллигатор, пришедший со страниц одного из дополнений к игре «Жизнь после бомбы», события которой разворачиваются в постапокалиптическом будущем, где всевозможные бандформирования из переживших ядерную зиму зверомутантов вовсю делят сферы влияния. На фоне такого вот безобразия команда вояк, в которую помимо крокодилуса входят Ворон Двейн, Жаба Косгрейв и Тигр Тап, занимается поисками артефактов на выжженной войной земле. И знаете, это даже обидно. Обидно, что такой крутой боец постапокалипсиса с такой классной истории при переносе в игру вынужден прислуживать какому-то отбеленному ученому с его роботами-кусачками. Ха, интересно, а он не приходится кожеголовому каким-нибудь прапраправникам? Пациент номер два. Лэб Рэд. Крыс-мутант из Лос-Анджелеса, голливудский продюсер и по совместительству наркобарон, повернутый на идее подчинить себе жалких человеков путем промывки мозгов третьесортными блокбастерами и синим льдом из собственных подпольных лабораторий. К слову, мутировал он от той же самой самопальной наркоты. Наркотики – яд! И отличный мутаген! Крыс заправляет синдикатом Red Pack, в состав которого входит целая плеяда мутантов-наркоманов. Тут и отмороженный белый кролик, и ящерка, и кисуля сексуальная, и... мозгоробот. В общем, не соскучишься. Дебютировали все эти упоротые ребятки на страницах настольной игры «Черепахи едут в Голливуд», где, ясное дело, выступали в роли главных злодеев. И несмотря на то, что история вышла вполне законченная, крыс-мутант Рэд не был выкинут на ее задворки. В Манхэттен Мишенс он заправляет подпольной сетью по торговле оружием. Это, конечно, не кинопродюсирование, но спасибо хоть на руководящей должности оставили. Подводя итог в оценке общего визуального стиля, стоит отметить, что игра смотрится довольно целостным произведением. В меру серьезным, но в то же время буквально доверху забитым элементами абсолютно всех интерпретаций приключений бравой зеленой четверки. Сочная картинка, приятная анимация и разнообразие локаций. Тут есть на что посмотреть. Люблю красивых девушек. Ну, не знаю, старовато она все же, да и графика какая-то недоделанная. Моя оценка 3 из 10. Извини, сынуль, мы тут не ставим оценки, тем более участникам. Как это не ставим оценки? Этих взрослых невозможно понять, ведь если не мы будем ставить оценки всему, что они делают, то кто? Не отвлекайся, кушай кашу, бабушка готовила. Мам, я наелся, моя оценка каши 4 из 10. Недоделанная графика, вон, посмотрите, как вода из трубы льется. Почему она не двигается? Ставлю 1 из 10 за воду. Эх, школоте не понять, у них-то теперь все в избытке, и вода-то у них льется. А вот в наши годы работала фантазия. И даже что-то мертвое и неподвижное могло вполне стать вашим другом. Вот, кстати, вспоминая опять одну историю, опять же, на той же даче, пошли мы как-то вот со Стенькой Стелькиным на речку, и, значит, тут смотрим, выплывает на берег вонючий такой... Так, давай без этих твоих историй. Можно мне? Спасибо. На самом деле игра прекрасна, и вот этот момент с трубами... Ну это же комикс, пусть и оживший, но все-таки комикс. И вот эти вот все статичные задники лишь условность, привнесенная в угоду стиля.
А уж что-что, а стиль-то у нашей Manhattan Missions определенно имеется. Задрот продолжает лить в уши, девчонки. Нашел ведь подход. Оу, ты тоже пьешь кофе? Не возражаешь, я себе одну чашечку сделаю, буквально. Всем одну, успокойся. Какая женщина. Что, уже начали? Здрасте, это день третий. Мы уже обсудили историю, стилистические особенности Manhattan Missions. Пора перейти к не менее важной составляющей, к тому, ради чего, собственно, кто-то и будет в нее играть. И все мы прекрасно знаем, кто это будет. Напомню, с чего все начинается. Шредер прилюдно изъявляет желание захватить город Нью-Йорк в ближайшие 48 часов. И на этот раз он не прибегает к использованию всяких там сказочных лучей уменьшения и каменных солдат из параллельной вселенной. Нет. Он действует как заправский террорист, разработавший многоступенчатый план с привлечением всей местной криминальной элиты. Ну ладно, ладно, не все тут местные. Без иноземных гастеров не обошлось. Речь, конечно же, о трицератонах. Вот уж действительно раса, работающая за еду и готовая вписаться в любую авантюру, кто бы ни позвал. Потому и используют их зачастую как дешевое пушечное мясо. Одной из первых миссий в игре будет как раз-таки пресечение попытки ограбления банка этими самыми трицератонами. И на фоне масштабного конфликта это действительно смотрится как хитрый ход для отвлечения внимания. Да, сразу стоит рассказать о структуре уровней в игре. По сути, у нас имеется 5 своеобразных сюжетных линий, каждая из которых берет начало в определенном месте на карте. Проходим первую стадию, появляется вторая и так далее. Что-то вроде линейки квестов. И что же мы имеем в самом начале этой шредеровской многоходовочки? Поджигатели, торговцы слоновой костью, торговцы оружием, вымогатели. О, вооруженные существа, похожие на динозавров, грабят банки. Вот, об этом я и говорю. Мы гордая раса воинов, нас не сокрушить. Да! Ведь на нашей стороне сила, и мы сражаемся за нашу честь. Да! Во имя... Да! Великие воины, мне нужна ваша помощь в выполнении важной... миссии. Только вам я могу доверить это задание. Мы сделаем это во имя чести. Да! Благодарю вас, о великие воины! Дебилы, они отлично отвлекут на себя внимание, пока я... я все еще в эфире? Как это врубается? Сюда? Она все еще работает. И благо, что на 6-м или каком-то канале работает Эприл, в игре не указано, имеется грамотный редактор. Ведь именно новость о трицератонах форсится в первую очередь. Стоит также отметить упрямство этого самого главреда. Дело в том, что между миссиями наши герои смотрят телек, и при всем богатстве актуальных тем освещается там обычно какая-то одна. Видимо, наиболее приглянувшийся новостникам. Освещается до тех пор, пока зеленая четверка не соблаговолит с ней разобраться. И после того, как черепашки отправятся в банк, доберутся до главаря рогатых и, наконец, предотвратят ограбление, телевидение вполне может зациклиться на чем-то новом, вроде... Полиции стало известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы. После победы над боссом Трицератоном черепашки обнаруживают телепортационное устройство, с помощью которого планируют отыскать остальную рогатую нечисть. Что нам и открывает второй квест в линейке Трицератонов. Он, собственно, так и называется. Трицератоны 2. Пробравшись через сточные каналы и пробившись через
через толпы иноземных маргиноцефалов черепашки встречают очередного босса. Это трицератон в летучем роботизированном костюме. Победив его, наши герои отжимают себе летучий же инопланетный транспорт, навигационная система которого приводит их к следующему логову рогатых воинов, а соответственно на уровень трицератоны 3. Ну, я думаю, принцип вы поняли. Главное между миссиями не забывать смотреть новости, ведь... Полиции стало известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы. Окончательно предотвратив иноземное вторжение, черепашки узнают о том, что рогатые гастеры установили в секретном убежище Шреддера продвинутую систему защиты, выключение которой и является финалом данной линейки миссий. Но где же находится это самое секретное убежище и как до него добраться? Еще целых 4 пачки миссий, разберемся. Мне кажется, что уважаемый ведущий как-то слишком несерьезно относится к спасению целого города, которое было столь ярко описано в этой замечательной игре. Ах ты ж, совсем забыл упомянуть об одной важной детали. Угроза Шреддера про 48 часов — не пустые слова. В игре имеется таймер, отсчитывающий время в обратную сторону, и любая его трата незамедлительно приближает нас к провалу. Так вот, чтобы искоренить эту террористическую угрозу, у наших героев есть всего... А мы напоминаем, что полиции стало известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы. Миссия с торговцами оружия также начинается с того, что черепашки замечают какую-то подозрительную активность. И, кстати, вот именно так выглядят оружейные барыги, если вы не в курсе. А в общем, отмутузив мохнатые морды, черепахи находят логово главаря всей этой шайки. Изрядно побегав за которым, наши герои наконец-то узнают местоположение той самой секретной базы Шредда. Однако, без дополнительной подготовки лезть на вражескую базу глупо, так что давайте еще походим по карте, пока время позволяет. Напоминаем, полиции все еще известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы. Торговцы слоновой костью. Кстати, неудивительно, что эти ребята начали проявлять активность, но учитывая, сколько инопланетных бивней внезапно свалилось на город Нью-Йорк. Торгуют этим делом, по версии игры, какие-то панки с ярким хайером, что неудивительно, ведь первым боссом первой миссии этой линейки является Бибоп, и... В очередной раз как-то непривычно видеть его отдельно от Рокстеди. Ну, видать, не смогли толком точки сбыта поделить. Стоп! Стоп, стоп, стоп! А ну признавайся, подлый Свинтус, как ты влез в этот бивневый бизнес? Что ты сделал с Рокстеди? Я знаю, ты всегда завидовал его костяшки на носу. Вот подонок! Вся эта история с торговцами слоновой костью приводит наших героев в клуб Кит-Кат, где они встречаются с главным заправилой бивневого бизнеса, который... Победив супостата, мы получаем ключ-карту от лифта. Видимо, из тайного убежища. Таким образом, каждая линейка миссии дает нам либо полезный предмет, либо информацию, связанную с местоположением Шреддера. Главное помнить, что у нас всего... Воу, а время-то быстро летит. Тут это, полиции известно стало, что в Эстривер кто-то токсичные отходы сбрасывает. Весьма богатый на знакомые физиономии выдалась серия миссий, озаглавленная как «Вымогательство». Отправной точкой станет вылазка в канализацию, где полчища ходячих мышеловок устроила свой маленький террор. Заправляет всем этим небезызвестный чудик Бакстер Стокман, привлекший на свою сторону какой-то неведомой магией, вырванного из постъядерного будущего Юсуба Герстека. На улицах же тем временем происходят агрессивные нападки на всевозможные торговые точки, которыми... нападками, а не точками, заправляет злодей Тацу. Сам он, ясное дело, продуктовые не шмонает, а предпочитает отсиживаться на крышах. После победы над злодеем открывается последняя вымогательская миссия по спасению заложников. Здесь мы повстречаем носорога Рокстеди, коему на глазах у этих самых заложников необходимо навалять, дабы тот рассказал о неком секретном проходе в секретное убежище Шреддера. Вот внезапно-то! Вы не поверите, но полиции стало известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы. А разобравшись наконец с мерзкими загрязнителями окружающей среды, мы получаем взрывчатку. Тоже полезная вещь, кто ж без взрывчатки в секретный проход лезет? Все, пора валить, гада, отправляемся в секретное убежище. На деле убежищем оказывается нехилый такой небоскреб в восточной части Нью-Йорка. Тут супостат и засел. Причем основательно так засел, окружив себя целой армией телохранителей. С самим же Шреддером предстоит биться на крышу. Что весьма канонично. А после победы сдать его полиции. Что не очень канонично, но весьма неожиданно. Наградой же за все труды послужит пикник на крыше в кругу друзей. Кавабанга! Отлично, ребята! Кстати, вы в курсе, что полиции стало известно, что в Эстривер кто-то сбрасывает токсичные отходы? Какая отличная история!
Похоже, задрот своего добился. Только не поймите меня неправильно. Все же мы живем в довольно тесной квартирке, но... скажем так, есть сведения, что этой ночью они уединились, чтобы заняться... анбоксингом. Знаешь, мы так активно уже четвертый день обсуждаем твои достоинства. Может, у тебя у самой есть какие-то вопросы к участникам? Может, уже выбрала кого? Ну что ж, давайте продолжим. И сегодня мы заглянем в нашей игре в самую суть. Прямо в душу, если можно так выразиться. Ну, если, конечно, кому-то тут уже не посчастливилось заглянуть ей под обложечку. Геймплей, господа! Думаю, ни для кого не станет открытием то, что нам предстоит управлять четверкой черепах. Играть можно и одному, и на пару с другом, все зависит от ширины вашей клавиатуры, либо от наличия джойстиков. Между черепашками можно переключаться прямо во время игры, либо в тот момент, когда бравый панцирный... Ох ты ж, мы ж совсем забыли про одного из ярчайших героев черепашьей вселенной, который, на минутку, в первый раз появился в качестве игрового персонажа именно в Manhattan Missions. Кейси Джонс, господа. Все такой же крутой, все с той же хоккейной клюшкой за спиной, все в той же хоккейной... Ну вы поняли, вот этот парень. Хотя знаете, неудивительно, что мы про него забыли. Ведь в игре он появляется настолько редко, что при особой сноровке его вовсе можно не встретить ни разу. А появляется он всего-то на пару секунд, когда один из зеленых братанов откидывает лапти. Как-то маловато, Кейси. Кейси Джонс, вы ведь первый человек, который стал полноценным членом команды черепашек-ниндзя. Расскажите, как вы помогали своим зеленым друзьям? Ну, я с поля боя их трупы выносил. Отдельное спасибо здоровяку за то, что не поленился написать мануал к этой игре, без которого было бы тяжко. Да-да, весь текст сопроводительной документации написан от лица, кого бы вы думали, Кейси Джонса. Ох уж эти страницы сопроводительной документации, гладкие, как глянец. Предпочитаю листать их указательным пальцем и... Задрот не прикрыто выпендривается по поводу того, что у него был анбоксинг сегодня ночью. Какой же он жалкий. К слову, этот мануальчик несет в себе массу секретов и отсылок. А вот здесь, к примеру, эти изображения с цифрами. Что это? Никто не знает, но если сложить их все вместе, получится число 2080. Да это просто система защиты от пиратства. Помню, в те времена постоянно приходилось вводить какие-то пароли, только чтобы начать игру. Я не согласен! 2080 для настоящего поклонника черепах — это не просто число, не просто год. Это напоминание. Ведь именно в этом году в комиксах и не стало прекрасной Raven Shadowheart, или просто Radical. Главная любовь и главная утрата всей жизни Леонардо. Очень красивая отсылка. Ты, конечно, извини, но этот комикс вышел в середине 2000-х, а игре... Ой, прошу меня простить за обсуждение возраста девушки в ее присутствии. Ей тогда уже лет 15 было. Да все равно, когда я смотрю на эту коробку, столь же прекрасную, как Radical, я сразу представляю себя в роли Леонардо. Подруга, не дай бог тебе с этим Лео до 2080-го дожить. Плохо кончишь. Молчать! Так вот о мануале. Дело в том, что во многих премудростях игры сходу разобраться будет очень сложно, особенно в управлении. Просто посмотрите на это и приготовьте сломать свои пальцы и голову. В игре предусмотрено несколько режимов поведения. 3 для обычной стойки и 3 для стойки с оружием. И да, каждый раз, чтобы что-то сделать, вам нужно будет между ними переключаться. Допустим, назовем те две кнопки 1 и 2. В обычном режиме вы просто ходите, прыгаете, но только при зажатой кнопке 1 вы сможете заходить в двери и тому подобное, а также швырять звезды.
Зажатая кнопка 2 позволяет использовать вещи. Примерно такие же три комбинации для режима с оружием. О, кстати, чтобы переключаться в боевой режим, нужно зажать 1 и 2 одновременно. И вещи в боевом режиме вы использовать уже не сможете, так как зажатая 2 будет работать как блок. И не дай бог вам попытаться зайти в дверь с оружием. Не выйдет. В этом режиме сия комбинация означает силовой удар. Так что всегда нужно не забывать переключаться между режимами, да еще и держать в голове, что и как в каком из них работает. Либо иметь хорошую мышечную память в своих пальцах. А эти пальцы помнят многое. Так, с меня хватит. Поняли мы, что у вас был анбоксинг. Поняли. Кончай гонять девушку в краску, дурик. Что? Я? Серьезно? Мам, а что такое анбоксинг? Подрастешь, узнаешь. А мне обязательно вырастать в такого дурака усатого, чтобы выяснить? Нет, конечно. Боже упаси. Насколько вы помните, на прохождение всей сюжетной линии нам дается 48 часов. Также между миссиями можно отдыхать, что отнимает время, но восполняет здоровье. Таким образом, приходится прикидывать. Отдохнуть и потерять час-другой, либо рискнуть и ринуться в бой, не теряя драгоценных часов. Также между миссиями можно провести тренировочный бой с различными представителями враждебной фауны, на ваш выбор. Что преподносится как полезный опыт, но на деле не особо пригождается. Дело в том, что практически все экраны с рядовыми врагами можно безнаказанно пропрыгать, так и ни разу не вступив в бой. Что же касается боссов? О, это отдельная история, поскольку тактика практически на всех примерно одна. Найти подходящую точку и... Однако и на боссе реально облажаться, если в пылу сражения случайно покинуть его экран. Да, это возможно. В этом случае все его здоровье восстановится и придется долбить по новой. Господин ведущий, как мне кажется, намеренно придирается к идеальной во всех отношениях игре. Кстати, еще немного о боссах. Как только мы попадаем на новый уровень, внизу справа возникает иконка с заправилой данной местности. И вот тут реально могли бы хоть имя прописать, а то без сторонних источников и не узнаешь, как там кого зовут и вообще, что это за зверь такой. Да и бог с ним с именем, возьмем тех же трицератонов. На первом же экране их сразу две штуки, точь-в-точь, как на картинке с боссом. Это немного сбивает с толку, и новичок может решить, что это и есть босс, которых почему-то два. Опять придирки? Хотя действительно, чего я придираюсь, эти трицератоны все на одно лицо. Это уже расизм, уважаемый. Не в первый раз я обращаю внимание на ваше неуважительное отношение к великой расе благородных воинов. К тому же босс все равно визуально отличается. Вон у него пушка в руках. Ага, только на картинке ему пушку нарисовать забыли. И, кстати, в кульминации третьего этапа нам и вовсе тройняшек подкидывают. И пушки у них у всех. Поди еще найди, кто из них босс. Метод простукивания выручает. Самое смешное, если убить босса на одном экране с другими врагами, то те... Вынужденная условность! Это всего лишь вынужденная условность! Твоя ночь с Манхэттен Мишенс вынужденная условность. Что? А ну возьми свои слова в зад! Дурак усатый! А ты вообще молчи, тебя еще и в проекте не было, когда я свой первый анбоксинг расчехлял! Да-да, тебе только и расчехлять на онлайн-барахолке! Что? Парни, парни, спокойно, вы смущаете нашу героиню! Как вы себя ведете, ведь ей скоро выбирать одного из вас и... А девчонка-то, похоже, сделала свой выбор. Ну что ж, видимо, это все, ребят, расходимся. Вот и настало время прощаться с этой удивительной зеленомордой вселенной. Да, эта повязка повидала многое, но... Это финиш. Прощай, любимый друг. И давай обойдемся без пламенных речей. Хм, пламенных. Здорово, ребят! И добро пожаловать под нашу теплую лампу, где всегда уютно и в воздухе витает...
Ну, вы знаете, это когда у тебя в голове обитает сразу несколько личностей. Так, быстро. Ага. Она много нам покупает. Мама любила. Мама любила дарить мне книжки. Ну, ведь не секрет, что многие из наших родителей любили почитать перед сной. Псной. Новичок номер два. Да господи, а. Не Вы только посмотрите на это, мой друг! Это же элементарно! Хупс! Привет любителям теплых ламповых посиделок! Дальше я забыл. Поклонникам приставки Дэнди. Блин. О, вы слышите? Я, кажется, уже слышу шарканье тяжелых валенок. Завали ебану, хорошее создание, а! Дедуль, ты чё? Ну давай, нормально, посидим, всё. Я тебе что, шлюха продажная? Ты чё, взялся? Да, я не должен. Поступить. Давай договоримся, что ты сразу начинаешь? Я тебе что, шлюха продажная? Погоди, давай договоримся, нормально посидеть же можем. Ты что мне за хуйнюс? Это, блин. Сами виноваты, что вырастили таких гандов. Сука, какая гаденыши. Гандоныши. Ебаная елка. Да, представьте себе, было и такое. И вот, значит, мы продолжаем. Блин, еще продолжаем. Ни хрена мы не продолжаем, мы начать должны тут. Блин, начало фильма вставишь. Много у вас тут таких было. Значит так. Давай закроем окно. Давай. Это первое условие. Да. Я справился. Спер. Ха! Это Кроповщина. Экспресс. Спер! Говнюк! Я как раз хотел приготовить себе тоже немножечко, если не против. Если ты не против, конечно. Я возьму. Мам, а почему этот дядя ведет себя как дурак?